Расскажи, пожалуйста, с чего в твоей судьбе вообще началось вот это вот, то, что можно назвать телекоммуникациями, связью, интернетом? Ну, началась она с работы в Демосе, когда еще не было компании Демос Интернет, а был просто системный интегратор Демос, который занимался тем, что развивал самые-самые начальные услуги, относящиеся к интернету, а именно электронная почта. И потом все это перешло в разного рода почтовые рассылки, новостные рассылки. Но все это еще делалось на алфавитно-цифровых дисплеях. Это была работа компьютер-компьютер. Часто использовались такие протоколы до TCP/IP и UCP. Ну и понятно, что в те времена это, наверное, где-то 92-й, может быть, 93-й годы. Тогда еще и связь-то осуществлялась через модемы, и каналы были соответствующие. То есть это вот самое-самое начало телекоммуникаций. А я не помню, кто-то меня, может быть, даже Володя Молчанов, привел в Демос, а занимался я там информационной поддержкой всего этого дела. Значит, это был как бы вариант развития своего рода регистрационной, биллинговой системы, ну и так далее, вокруг этого. А, собственно, уже напрямую относится к телекоммуникациям, это была компания Демос Интернет, которая появилась в 1994 году, и я стал ее генеральным директором. Она выделилась в самостоятельную компанию из Демоса, это было ЗАО. Ну и с тех времен мы начали достаточно активно развивать тоже, как и раньше, доступ через Dial-Up, но уже появились более-менее какие-то осмысленные каналы, хотя вот по современным меркам это такая мелочь, там, да, 256 килобит, 512 и прочее, прочее. То есть очень маленькие каналы. Ну и надо отметить, что именно в 1994 году был зарегистрирован домен .ru, администратором которого, я сейчас точно не помню, но, по-моему, Роснейрос являлся, да. И вот близко к этому возникла так называемая координационная группа. Не координационный центр, а координационная группа, в которую входили представители разных интернет-провайдеров и каких-то еще структур, которые были, ну, начинали развиваться вместе с интернетом. Ну и Роснейрос, в частности, да. И вот тогда уже первоначально обозначались проблемы, каким образом регистрировать в зоне .ru доменные имена, каким образом все это поддерживать, ну, какие должны быть правила. И надо сказать, в те времена, ну, из-за того, что такой оформленной системы регистрации не было, очень много физических лиц на этом деле зарегистрировала домены прямо на себя. Я помню домены Job.ru, домен там Bir.ru и еще много таких вот звучных доменов, так скажем, да, оказались зарегистрированными на физлиц. И потом, я так понимаю, с этим делом пришлось очень долго разбираться. Потому что, ну, например, Job.ru очень хороший домен для... Он понравился газете «Из рук в руки». Она же печатала объявления, да, в том, да, числе, да, и объявления о приеме и поиске работ. И мы долго-долго потом пытались этот домен у частного лица каким-то образом изъять. Ну, не изъять, конечно, а пришлось выкупать. Так откровенно скажем, пришлось выкупать. Ну и таких историй было много, и, соответственно, это породило вот то, что потребовалось все-таки
какая-то система, которая упорядочила бы все вот эти вот процессы регистрации, перехода прав на домены, вообще некая структура, которая бы существовала, в том числе введение единой базы, в том числе определение, кто из организаций может выполнять функции, так скажем, делегирования домена или администрирования домена, или присвоения домена, ну, все что угодно вот с этой процедурой связано. И вот где-то, ну сколько, лет 7, получается, ушло на то, чтобы потом координационная группа переросла в координационный центр в 2001 году. Как это было? Это я уже трудно мне так вот вспомнить, потому что были какие-то бесконечные переговоры с тем, ну понятно, рост не рост тут не обсуждается, да? Потом, значит, эту идею поддержал АД, вот только я не очень понимаю почему, но поддержал. Как-то донесли Аркадию Соломоновичу, и Аркадий Соломонович сказал, да, это хорошая идея, давайте создавать координационный центр. Ну, потом был не фонд, как он назывался, не фонд развития интернета, это структура, которая имела отношение солдатов Алексея Анатольевича. Да, МИНСЮ, фонд развития интернета. Да. Фонд развития интернета, да. Она тоже поддержала и выступила в качестве, так сказать, одного из соучредителей. И РАЦИТ, насколько я понимаю, к тому времени уже сформировавшийся и проводивший в то время очень интересные конференции, потому что все было вновь. Да. Выступали самые разные люди, прям совершенно неожиданные. Те, которые в дальнейшем могли уже или не иметь отношения к интернету, или стали такими серьезными персонами, игроками. Ну, например, Волош с большим удовольствием, так сказать, выступал на многих рифах и рассказывал о том, как на ноги становился в свое время Яндекс. Да-да. Там Лысаков со своим рамблером, ну и другие такие вот легендарные личности, которые имели отношение к развитию интернета в России. Много лет ты был в Совете Координационного Центра и как председатель Совета Координационного Центра возглавлял его. Расскажи, пожалуйста, вот в те годы, когда ты работал фактически в Совете, какие-то яркие моменты, яркие проекты проходили через твои руки? Ну, что касается вообще той работы и становления, то фактически мы, обобщив опыт координационной группы, по сути дела развивали всю вот ту инфраструктуру, которая сегодня работает и которая сегодня совершенствуется. Она дальше развивается, это все понятно, да? Потому что и нужно было, во-первых, каким-то образом оформить правила регистрации, правила ведения базы данных доменных имен, правила передачи, доменов между пользователями, да. И вся вот эта нормативная база, она нарабатывалась вот, собственно, участниками координационного центра. Угу. Плюс нужно было все-таки создать именно некую структуру регистрации. То есть нужны были элементы этой структуры. Координационный центр, регистратор, технический центр, единая база, ну, то есть вот все эти элементы, которые сегодня есть, да. И, соответственно, в этот момент очень активно шла работа с интернет-сервис-провайдерами, с теми, со всеми известными, в то время известными, да, которые были. Это и Xenon NSP, и Naunet потом, да, это и
демо с интернет и, соответственно, Рилком, ну, потом Рилком деловые сети, ну, вот вся известная, и тот же самый Савам Телепорт, ну и прочие вот эти структуры, которые в то время составляли как бы основу интернет-провайдеров. И нужно было как-то объединить все эти усилия, отработать взаимодействие, понять, что такое сервис регистрации доменных имен, как он может предоставляться, какие требования предъявляются к регистраторам для того, чтобы эта процедура была достаточно легитимной и безопасной в те времена. Как, по-твоему, вот созданный тогда институт распределенной регистрации доменов через многих регистраторов оправдал себя? Конечно, я думаю, что да. Но было бы трудно себе представить, чтобы был какой-то единственный, да, регистратор, через которого бы шли все обращения. Ну, любой монополизм – это всегда плохо. Поэтому, конечно же, хорошо, что у нас много регистраторов. Это безусловно. Но хорошо также, что их объединяет некие единые правила, которые потом позволяют вести какую-то единую непротиворечивую базу данных доменных имен и свести к минимуму конфликты, связанные с претензиями на один и тот же домен, что очень было важно, особенно на первоначальном этапе, потому что многие заявляли требования на один и тот же домен, и приходилось как-то эти конфликты разруливать, да, и разрешать. Поэтому я думаю, что система себя полностью оправдала. И в принципе-то она в России, мне кажется, работает очень хорошо. Уже 11 лет назад стартовал домен РФ. Перед этим была достаточно долгая подготовка, проработка материалов, документов, в том числе тех же правил, и учета интересов и государственных структур и прочего. Если смотреть из сегодняшнего дня, удачен ли это был проект? Ну, относительно... Что значит удачно? Он был необходим. Угу. Просто потому, что очень странно, когда в русскоязычной стране отсутствуют русскоязычные домены. Все на латинице и на, по сути дела, это даже не английский язык, это вот именно использование латиницы для написания русских слов. Что, вообще говоря, не очень хорошо. Ну, там была достаточно, прежде чем этот домен появился, была же очень достаточно, была проделана очень большая работа с ICANN по возможности регистрации доменов на других языках, отличных от английского, от латиницы, да. И, собственно, здесь ICANN, надо сказать, здорово подвинулся и как бы разрешил регистрацию доменов на русском языке. Я думаю, домен РФ, он себя оправдал. Тут вопрос еще есть один. Он тесно связан с электронной почтой. Потому что пока, по сути дела, почтовые клиенты и серверы не слишком хорошо работают с полномасштабными русскоязычными почтовыми именами. Это проблема вот текущего периода, насколько я понимаю, достаточно активные работы ведутся в разных странах по этому поводу и у нас, потому что нужно и клиентское программное обеспечение, почтовое, ну, тот же, условно говоря, Microsoft Office или мой офис, и серверные почтовые, нет, и почтовые сервера, серверные протоколов, да, должны поддерживать, совершенно, да, верно, поддерживать специальные протоколы по реализации. Но мне кажется, это еще больше увеличит привлекательность доменных имен на русском языке. Хотя есть и другая точка зрения. Сложнее будет работать иностранцам, потому что у них часто на их клавиатуре
латиница ты просто, о, в смысле русский шрифт вообще отсутствует. И тогда вообще станет невозможным написать письмо, условно говоря, с французского, от французского пользователя российскому, если они не будут использовать латиницу. Для тебя что вот по ощущениям важнее? Интернет как сеть сетей или набор суверенных интернетов? Нет, ну, наверное, в моем представлении набор суверенных интернетов – это не лучшая идея, потому что так или иначе она затрудняет обмен информационный между людьми. А в нынешних временах это очень важно. Это способствует развитию и людей, и стран. И, условно говоря, обмену любой информации, включая очень важную составляющую, это научно-техническую информацию, которая технологическую, которая определяет, собственно, прогресс и развитие в любой стране. А также, может быть, и некую социальную информацию, которая позволяет людям лучше понимать друг друга, в принципе. А вот ты какое-то время руководил фокус-группой в Международном союзе электросвязи. Да. А сейчас вот как раз, если говорить о всяких вот обмене информацией в международном, да, МСЭ претендует на роль такого интернет-регулятора. Справится ли эта компания с такой задачей? Не, он не претендует, насколько я понимаю. Ему эту роль как бы пытаются отдать, но сам ITU, насколько я понимаю, может быть, что-то изменилось с тех времен. Это все-таки прошло уже достаточно количество лет, когда я занимался вот именно фокус-группой, возглавлял по облачным вычислениям, кстати говоря. Вот. Но их больше интересует стандартизация, и на этом они, это их основное направление деятельности, и на этом они сосредоточены. Функция координации доменных имен, она как-то им не очень свойственна, потому что нужно выстраивать вот этот вот международный механизм, какие-то правила, а они, ITU, всячески стараются дистанцироваться от национальных законодательств, каких бы то ни было. Главное – это решить вопрос со стандартизацией того или иного свойства. Да? И дальше, ведь ITU никому стандарты не навязывает. Он их выпускает, а вы можете им следовать, а можете не следовать. А здесь для него не свойственная функция. Давайте мы сейчас будем управлять системой доменных имен в мировом масштабе. Вообще всем интернетом мировым. То есть речь идет вообще в принципе об интернет-governance. Это не знаю, не знаю. Если, конечно, договорятся, здесь если договорятся страны, то да. Тем более, что в ITU есть же одна особенность. Там решения принимаются консенсусом, как правило. В том числе и вот в той самой фокус-группе, в которой я работал, там нельзя было сказать, вот большинство проголосовали, ваше решение отклоняем. Так не бывает. Нужно договориться между всеми участниками. Чтобы найти какое-то общее, чтобы найти какое-то, да, найти общее, устраивающее всех решение. А вот здесь, я думаю, будут большие проблемы. Потому что, ну, западный мир, там, США, Европа, Канада, да и даже Китай. Его устраивает текущее состояние дел. Китай получил в управление свои корневые сервера, сумел построить систему регистрации доменных имен на национальном языке и ввести необходимые ограничения для фильтрации трафика. Китайский фаервол известный, да? И все, и все проблемы для Китая были решены. И заниматься там пробиванием каких-то вот еще вопросов, ну, я не думаю, что Китай этим будет заниматься. А Европа и Соединенные Штаты, и Канада, и их поддерживающие страны, конечно, их тоже все устраивает. ICANN и ICANN, да бог с ним.
хочется через 10 лет, в 31-м году, в год 30-летия Координационного центра, здесь же собраться и вот так посмотреть, угадали мы или нет. А какой интернет нас будет окружать через 10 лет? И какие векторы развития доменной отрасли могут быть, на твой взгляд? Нет, ну, понятно, что мы идем к тому, что называется интернет-сервисов, скорее. Об этом свидетельствует разработка многочисленных приложений и переноса вообще деятельности, любой деятельности человеческой в интернет. Тут, с одной стороны, это и информационные сервисы, это и видеостриминги, это и подкасты, и все, что связано с ежедневным потреблением контента. С другой стороны, это сервисы типа всевозможных помощников, которые, ну, навигаторы, сервисы, которые позволяют осуществлять разного рода финансовые операции, ну и все те сервисы, которые облегчают или ускоряют жизнь людям, да. Поэтому в эту сторону, безусловно, все движется. С другой стороны, мы сейчас имеем проблему, и она достаточно серьезна, с должным уровнем информационной безопасности. Потому что пока возникает очень много проблем и с утечками, и с надежностью, и с гарантией. Много-много. Пока я считаю так, что пока туда не пришли очень большие деньги, все вроде бы и ничего. Но когда придут туда очень большие деньги, когда или сервисы, связанные с недвижимостью, с дорогими какими-то вещами, если вдруг в них будут происходить какие-то проблемы, то помните фильм «Матрица»? Да. Когда вы просыпаетесь, и вы никто. Потому что у вас нет паспорта, у вас нет регистрации недвижимости, у вас вообще нет ничего. Потому что все то, что было, было в интернете, а там все стерли. Вот эта опасность, она как бы есть. И я так понимаю, вот в ITU-то ее как раз очень хорошо осознают. И они этим очень серьезно занимаются. Причем она же ведь как бы трансграничная, эта проблема. Вот эта проблема, помимо, так сказать, всего прочего, она трансграничная. Некоторые сервисы, конечно, можно внутри страны локализовать, да? Как то там, ну, например, вы с банком работаете, ну, только вот с этим банком вы работаете, вот через это приложение. Через приложение с токеном определенным. Да, и да, и вроде бы там ничего. Но дальше у вас, да, если вы работаете с госуслугами, то опять, так сказать, у вас там есть свои, да, своя это, ниша, и вы умеете там работать. Но никто же не отменял всевозможных атак, всевозможных проблем технических, технологических, работ сетей, поэтому здесь эти проблемы, ну, я считаю, все дальше и дальше, все больше и больше выходит на первый план. По мере того, как мы в интернет подтягиваем все больше и больше сервисов. Дальше есть еще одно направление, которое, естественно, будет связано и с доменной структурой. Это все, что связано с интернетом вещей. Там, я думаю, пока эту проблему не сильно как бы даже осознают, а там проблем с безопасностью и с, вообще с массовостью, потому что, ну, датчиков может быть очень много. И исполнительных устройств еще больше. А понятно, что с доменной точки зрения это все те же домены, это все те же протоколы. Там, допустим, ладно, не тот DNS, который сегодня есть, а будет модернизированный, модифицированный DNS, который будет обеспечивать большую безопасность. Но все равно в таком большом облаке обеспечивать вот всю эту инфраструктуру в целостности и с достаточно надежным уровнем функционирования будет весьма-весьма непросто. Поэтому я думаю, мы увидим
Ну, такую картину, как предрекают некоторые фантасты, да, что мы будем где-то там, внутри сети, среди сетевых устройств, и очень... Зависеть от них. И очень сильно зависеть от них, да. Ну, к сожалению, это пока трудно себе представить, как это дальше будет. Но движемся мы так стремительно в этом направлении. Хорошо, посмотрим. А что бы ты хотел пожелать Координационному центру в год 20-летия? Ой, я бы хотел, чтобы Координационный центр развивался и развивался так же успешно, как он развивался эти 20 лет, ставил перед собой новые цели и задачи, которые отвечали бы на современные вызовы, и всегда был бы вот в своей части таким передовым и опережающим и определяющим тенденции развития. Вот мне кажется, это очень важно. Спасибо. Будем определять тенденции развития. Спасибо. С нами был Виктор Кутуков. Это Координационный центр. Мы будем продолжать. Всем пока.